Господи Иисусе, он мертв! Да я тебе. Так вот этого спокуша надо убить. Поскорее. В общем, за каждым углом они там. Надо осторожнее быть. Ну и где он, вон он. Лучше одиночными. Так, вон еще один. Готовченко. Все, заколупал. Супер. Томпсона взять. Там еще он одна вышка. Осторожнее. А вот она, машина его. Так, а тут я помню, надо ворота вышибать этим. Сука такая. Ай! Все сначала. Посмотри, живучий какой, а? Нет. Да, муторная миссия. Нет, бесполезно, короче, надо. Где мой этот? ППШ. Нет. Блять, ну как же быть-то? Ладно, пойду-ка я лучше под это. По той стороне, вон, где нету этих. Вот здесь пойду. Где нет снайперов. Там по-любому где-то есть снайперская винтовка, где-нибудь в гараже или еще где. Не может быть так, что. Пистолетиком их. Снимать нужно. Прячемся. Убивайте меня. Где он? Трогайте меня, пожалуйста. Мирных не трогаем. Так, вот так заглядывает. Вроде тихо. Так, где-то я помню. Смутно-смутно. Где-то в самом конце, что ли, снайперка. Вот, вот, вон в том домике. Вроде бы. И она нам сейчас понадобится. Так, он стоит.
Блять. Заметил. Давай, выходи. Готов. Наверняка это еще не все. Хотя тут вроде тихо. Так, что у вас было? Оружие у обоих? Как зайти? Вот здесь еще кто-то есть. В этом домике. Блин, ну я помню как-то... Может быть, у кого-то из них снайперка? Ничего не нашли. Помпа. Нет, блин, ну где же? Или вот в этом? Вот здесь? Вот это я что-то смутно помню, вот эту миссию. Да, вот здесь. Еще один мудак какой-то есть. Как раз со снайперкой. Нужно быть осторожным. Точно. Вот он. Ну, я не знаю, снайперка это или нет. И вот отсюда, ну-ка. Так, теперь надо в настройках. Режим снайперов. Так, как бы на какую ее клавишу-то? Ну и что, не работает? Там же есть снайперский прицел или нет? Не вижу. Да нет там... А, не, нету там. Все ясно. Так, ППШ возьмем. И здесь еще, насколько я помню, должна быть аптечка. Вот она, точно. Вот эту миссию я что-то вот помню почему-то. Ну, не очень хорошо, а, видимо, потому что я с ней тоже долго возился раньше. Машинка даже есть. Так, ну чё, вон они. Уроды. Попробуем. Ну, даже без прицела нормально бьет. Отлично. А этот крепкий какой-то, готов. Перезарядить сразу. Офигеть, один выстрел. Все. Ну что, теперь нужно выламывать вот эту дверь. Этим поездом. Вот тут как-то надо стрелки эти. Ну-ка. Так, наверное, вот так. Ага. Чтоб вот сюда она повернула. Все, сейчас сюда повернет. Теперь тут. Чтобы поезд. Во, туда. Теперь вытаскиваем башмак. Сейчас он пробьет дверь. Вот это я помню. Я тут тоже мучился.
Думал, как же. Измучился. А когда проходил, у меня еще и интернета не было, и посмотреть негде было. Все своим умом доходил. Ну сейчас я просто немножко помню. Ты куда поехал? Неужели все сначала? Ну вроде же правильно тут я все сделал. Нет, неправильно. А вон тот можно толкануть. Вторая попытка, чтобы было. Блин, ну да, вот так правильно было. Что-то я тупанул. Но если вот этот можно будет сейчас отправить, то будет хорошо. Да, вот, вторая попытка. Отлично. Скорее всего, можно. Есть. Ну, там тоже пострелять сейчас придется. Мудаков. Вот так. И чё? Одной мало. Так что ли получается? Во! А, что, не вышло, а? Ага, взорвать надо. Не, я не понял, ты что делаешь, сука? Да мой брат грохнет тебя вместе с семьей. Давай кончай, ты жмурик. Ты меня не достанешь, кретин! Не на того наехал! Попизди, попизди. Эй, слышишь меня? Главное бы записывал сейчас, а то еще не записывается. Но индикатор показывает, пишет, но там какие-то щелчки вот эти странные идут. Ну все, сейчас осталось их там внутри попереубивать. А их там немало. Так, ладно, один. Тем более еще в огне сейчас будут прятаться. Плохо видно их. Да, так аккуратно. Так, он стоит. Или нет, или мне кажется. Главное не спешить. КП мало. А их там много. Главное не спешить. Вон он. Еще где-то один. Нормально, ничего не рано. Так вот шварфнет и все, и не заметишь. Очень осторожно надо быть. Так, тут никого.
Но это только так кажется, что никого. О! К Луке можно заехать. Так, ну я точно всех убил? Морелло. Тебя надо обоссать. Прямо везёт в лоб. Ой, справился. Главное, чтобы сейчас все это записалось. Так, ну что, сейчас вернемся? Ладно, хрен с ним, давайте. Нет, лучше там. Мало ли чё. Жаль-то эту машинку не могу взять. Я никогда раньше не видел таких замков. На обратном пути, надеюсь, сейчас не встретится никто. А то сейчас на радостях нарвемся и все заново. Да, вот это сложная миссия. Она мне и запомнилась, говорю, я помню ее. Осторожно. Притаился, блин, это мудила. Так, это гражданский. Ну вон он, например, да? Убить его. Там еще один тень какая-то была. Вот о чем я и говорил. Все сначала бы началось. Хотя не, наверное, со смерти Морелло бы началось. Но лучше не рисковать. Еще есть желающие? Вон они. Нет, Томпсон четкая вещь вообще. Не зря его гангстеры так любили. Ну эти что-то уже такие ни о чем вообще. Так, вот наша тачка. С продырявленными колесами, вся побитая. Ну-ка я вашу позаимствую. Сначала к Луке заедем тогда. А потом уже Сальери. Все. Выбрался. Теперь уж точно отсюда будет загружаться. Капец, ну я и устал. Чем ограничитель. Надо бы уже новую тачечку. Смотрите, уже надоелись. Может сейчас что-нибудь суперсовременное даст. Ой, блин, не, вон. Мы же тут находимся, рядом с этим Сальери. Сейчас я лучше включу. Нормальную зарядку поставлю.
пофигу, поехали к луке. Успеем к Сальери. Или в следующей миссии. Да, давайте уже в следующей. Я уже что-то совсем устал. С этой сейчас разберемся уже до конца. А в следующей, если что, заедем. Сейчас я что-то уже совсем уже выдохся. Вот действительно везучий гад. Морелловский этот. Слов нет. Это было непросто. Мы заполучили Морелла в нужном месте. Остается последний шаг — уничтожить его. В его кварталах процветают воровство, грабеж, шантаж, незаконные лотереи, и горные притоны и бордели растут, как грибы. Но в чем же главная проблема? Наркотики? Хрена с два. Проблема в том, что мы не получаем с них ни цента. Все это переменится, как только мы избавимся от Морелла. Его организация развалится, и все его мелкие жулики, воришки и бандиты перебьют друг друга без сильной руки, которая наводила порядок. Сегодня мы наконец-то сможем убрать ублюдка раз и навсегда. Полли разработал план. Точно! Опять план. Мои информаторы говорят, что его можно изловить. Морелло очень осторожен и почти никогда не показывается на людях. Разъезжает в бронированном лимузине, прямо как улитка в раковине. На сегодня он вылезет наружу. Он идет в театр, чтобы пообщаться со сливками общества Lost Heaven. Мы поедем туда и дополним спектакль. А не рискованно ли? Рискованно. Оля, твои планы вечно... Это единственная возможность грохнуть его на публике и всем показать, чего мы стоим. Вот как мы это сделаем. Подождем, пока не кончится представление. Надо на публике обязательно. Люди начнут выходить, соответственно, начнется толкотня. Пока Морелло будет пытаться выбраться, его гориллы вряд ли смогут заметить нас до того, как мы убьем его. Позаботьтесь о том, чтобы не привлекать к себе внимание, то есть не стреляйте. Достаньте оружие только когда увидите его. Думаю, я его хорошо запомнил. Это будет несложно. Морелло любит белые костюмы, а их немногие носят в наши дни. Возьмите себе по Томпсону у Винченцо. Ждите у входа в театр на Центральном острове, пока Морелло не выйдет. И вперед. Представление заканчивается в 9 часов. Не опоздайте. Ну? На этот раз должно сработать. Ну, вперед. Да. Надеюсь. Заметано, босс. Ну, погнали. Этим займемся в следующей серии.